Привет! Меня зовут Михаил Акимов, я идеолог школы программирования для гуманитариев «Сделай стартап». Ты гуманитарий? Тогда наверняка у тебя есть куча классных идей интернет-проектов. И при попытке их реализовать ты сталкивался с одной и той же проблемой. С какой? С какой? Для программиста ядрен батон. То они просят сильно много, то делают не то, что от них требуется, то говорят, что это сделать невозможно, то просто исчезают или срывают сроки. Мыслимые и немыслимые. Выход, казалось бы, очевиден. Нужно научиться программировать самому. Но почему-то у гуманитариев такое решение вызывает страх или отторжение. Все дело в том, что в школы и вуз вдолбили в головы, что гуманитариям технические и естественные науки не осилить. Видите ли, мозг у них не так устроен. Брешут, точно брешут. За 17 лет своей профессиональной деятельности, да и в вузе, мне удавалось объяснять гуманитариям программирование или алгебру так, что они сами начинали решать задачи. Этой весной я задумался, в чем же отличие классического подхода преподавания от моего, и понял, гуманитариям все нужно объяснять на реальных примерах из жизни. К тому же, кто-то лучше воспринимает текст, кто-то картинку, а кому-то нужно просто проговорить. Так ко мне пришла идея создать школу программирования для гуманитариев. За основу взят принцип перевернутого обучения, где практика поставлена во главу угла. Обучение строится на базе разработки одного учебного интернет-проекта и реализации одной собственной идеи. Теоретическая часть подается в трех видах – текст, графика и видео. Тесты используются как тренажер для закрепления полученных практических знаний. Постоянное взаимодействие и обмен опытом между учащимися. Ведь когда ты помогаешь другим, ты начинаешь лучше понимать предмет. Доступ к постоянно пополняемой базе знаний по программированию. Еженедельная обратная связь с мастером, то есть со мной. Что хорошо, а что нужно улучшить и какие дальнейшие шаги, будем разбирать с вами. Поддержи школу программирования и уже в ноябре сможешь приступить к обучению в ней. А через несколько месяцев сможешь показать миру проект, созданный своими руками. Кто знает, может это даст толчок к созданию своего дела или развитию карьеры. Что сделано? Проработана концепция школы. Закончено проектирование сайта школы. Написано две лекции по созданию учебного проекта. Разработано ТЗ на тренажер тестов. Проведено несколько тестовых вебкастов. И собрана обратная связь. Нарисована часть графических материалов. Для чего нужны деньги? На написание курса лекций по созданию учебного проекта, а также материалы по синтаксису PHP. На создание графических материалов с примерами из жизни. На запись видеолекций. На программирование сайта школы, разделы базы знаний и тренажера тестов. Я хочу, чтобы каждый мог воплотить свою идею, используя базовые знания программирования. Поддержи онлайн школу программирования, сделай стартап, сделай шаг навстречу к своей мечте. Михаил Акимов, спасибо. Увидимся в школе.